Всем привет, с вами Анкель Снайк. Мы продолжаем наше прохождение за Испанию. Итак, начинаю нажимать на колесо, как будто мы играем в этот... Ой, в чего ж мы там играем? Короче, ладно, неважно. Смысл в том, что у нас осадили кальмарцы. И я вижу, в стрелках у них нет преимущества перед нами. Я хочу сделать вылазку лучниками, отстреляться. У них есть мушкетеры и арбалетчики. Арбалетчиков много, но я думаю, то есть отряд арбалетчиков и 20 человек мушкетеров. Если попробовать их стрелами загасить, особенно если будут стрелы зажженные, горящие, то есть вероятность того, что мы их остальным копейщикам тоже нанесем определенный урон, который они, может, и не переживут, и потом не переживут и не смогут нас, наверное, полноценно атаковать. Ну, плюс еще два генерала у нас, конечно, которые можно использовать. Так, давай, лучников. Все метательные подразделения сюда. Альмагаваров мало. У меня еще есть вот эти парни. Но они до тут не дострелят. Так. Ну что? Не, ну может быть, я их выведу. Я их выведу, но только в тот момент, когда это мне будет выгодно. Хотя можно вывести, почему бы и нет сейчас. Где они? А, вот они. Ну вот, да, можем попробовать. Конницы нет, поэтому сейчас будет такая перестрелка. Так, поставлю. Все, наши выбегают. Кавы у нас мало, но есть генеральская кава. Вот ее можно сразу сюда выкидывать. Лендерманы. Вот этих лендерманов и надо в первую очередь. Мучники. Уже идет стрельба. Все, пошло потихоньку. Сначала с этими разберемся. Ну-ка. Это у меня что, арбы? Ух ты, дождь, они что, готовы стрелять? О! Ну ёптать. Ладно, оно может и к лучшему. Блин, а это что? Масса лучников побежала. Ой, блин! Ни хрена себе! Гребаный гибастос! Блядь, дебилы! Блин, ну как так? Ладно, бегите туда. Отвлекаем. Отвлекаем копейщиков. Ага. Пока мои все лучники бегут. Thank you.
Ничего-ничего. Стоять, держаться. Сейчас Кау поможет. Говорить о победе еще рано. Но пока наши воины одерживают... Это неприятная история. Может оказаться, что... Могут нам здесь вмазать. Ну, Лендерманы, сможем пробить их. Хорошая бронька, слушай. Хорошая бронька, я тебе скажу. Так, эти побежали. Лендерманы, арбалетчики, вперед. Я бы на их месте быстро перестроился. Вам надо делать такие вещи. Прикройте отход. Во. Прикрываем, прикрываем. А вот этих ребят надо наказать именно здесь. Этих спасти. Фу, эти как там оказались. Вперед. Нормальная вылазка, нормальная. Идет, 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 идет. Во. Все, эти готовы. Заряжай. Вот она. Вот она стрельба. Еще залп надо делать. Давай их скорость 1-2 поставим. Все это долго слишком. Так, эти все, да, отмучились. Так, сделаю, чтобы было куда убегать. Вперед. Хорошо. Смотри, заряжают прям классно. Мне нравится, как здесь сделана система этих. О! Огнестрелов. Подожди, выпустить этих или нет? О, а вот кто у меня есть. Ополчение с вужами. Во, кто нам. И вот эти пикинеры. Ой, хорошо. Во, кто нам поможет. В упор. Бежим. Хоп. Назад. Ой, нет, все правильно, убегаем. Накопись, блять, ну что вы с этой перезарядкой-то застряли? Иди, твою мать. Ладно, все. Все, жгем.
Ну вот эти лоханулись, конечно. Приходится мечникам за вас отрабатывать. Я думаю, осаду мы снимем сейчас. Так, арбы. Фаланга вперед. Так, фаланга. Вот так построю. Вужи. Так. О, так мы можем издалека стрелять. Что-то я их зря так близко подводил. Так, пока наш здесь рубится, начинаем обстрел. Бегом сюда. Так, ребят с вужами. Вперед. Главное, чтобы мои копейщики не попали под пики. Уходим. Храбро отстреливаются до последнего. Мне надо уходить. Все, а то опять сядете в перезарядку и... Так, до кого-то достаем. Блять, опять у меня 5 пикинеров. 5 этих. Ай, стрелки. Блин, фаланги вообще четко. О, вужи вступили в силу, вступили в действие. Прихлопнуть бы их как лопов. Сейчас мечниками попробуем пройти. И как клопов их замочить. Фалангу не хочу трогать лишний раз. Мечники вперед. Вот так сделаем, я думаю, успеем. Гребаные фужи. Говорить о победе еще рано, но пока наши воины одерживают верх. Все, забираем. Забираем кальмарцев. Кальмарщиков. Наемники аркебузер, у них бонус, что ли, от выстрелов, я не пойму. Очень хорошо стоят под выстрелами. О, вужи вообще слабовато. А стрельба идет. А стрельба идет, наши заряжают. Давай вужей вперед выставлю. Фельдшеры, тяжелая пехота. У нас же у этих... У вужей бронебойка. В кого бьем? Та. Давай.
Надо выгонять чуть вперед. Так, пока отстреливаемся, мне надо что-то как-то помочь вот этим нашим ребятам. Городская стража. Побежали ребята, робяты. А, вот здесь помогают. Все, принимаем этих друзей. Наконец-то убили наемных арбалетчиков. А, вот они, аркебузеры, блядь, живые еще. Мне кажется, они от огонька хорошо должны... Хорошо им должно стать. Не хочу каву вывозить. Не знаю. Чуть мое сердце, что не время. А здесь кто? О, тут нашим навалили. Да вот же они ходят. Блядь, пика подошла. Поможем. Блядь, без генерала здесь никак. Эй! Так, здесь сцепились. Ну, раз сцепились, то продолжаем стрелять. Хопа! Сломались, все, идем к фельдшерам. Вужи наши, конечно, сильно тут погибают. Так, где-то генерал, я его выводил. А вывел я его с целью вот этих убрать. Не загораемся. Похоже, дождливая погода просто... Опа! Ха-ха, получили. Дождливая погода, походу, просто дала нам этот офицер эффект. А, это и капитан. Что и следовало ожидать. О, мечники живые. Ну все тогда. Ох, этих совсем мало осталось. Ну да, до них пики дошли. А, так для стрелков, конечно, это плачевно. Ох ты, блин. Ха, вы уже убежали. Вы уже убежали, а наши... Эти получают в спину урон от моих аркебузеров и пытаются продавить фалангу. Ну это... С одной стороны, у них дом, который не обойти. Мне кажется, их карта бита. Здесь уже... Но они очень хорошие, я вам скажу. Фламандские пикинеры. Смотри, они моих порвали городских. Вужей порвали. И самое время... Самое время призывать сюда мечников даже. Не побоюсь этого слова.
Ополчение с пиками вообще отдристалось как могло. Попробую одновременно. Ткава хорошо пробивает пику пикинеров, конечно. С фланга промяли как следует. Ну слушай, фламандцы вообще прям четкие. Фламандцы просто четкие, ребята. И линдерманы. Что-то у нас прям сложность-то такая. Какая-то. Блин, ну ты выживи хотя бы. Здесь генерал хоть не умер. Они идут, и все. Это тяжелая пехота, блин. Отвали от моего пацана. Так, погнали, мне позвонили. Блин, это кто стреляет? Бля, быстрее, пожалуйста. Ну, наконец-то. А, все, убили. Блин, вот это жесть. Сводить, схватить этого мерзавца. Ладно. Так что, победа или что? Еще арбалетчики. И не сдаются. Ёпта, что за чардж? Это что такое? Шире шаг. Не сдаются. Враги бегут с поля боя. Покажем этим трусливым смердам. Обалдеть. Оп, оп, оп. А у меня ребята уже хорошо стреляют. Ну давай еще. Эти мимо уже все. Уходят они. Мимо, мимо, мимо. Ну тут уже трава высокая. Высокая трава, уже не прицелится. Нет, не смогли. Ну ладно. Так, победа, выход из боя. Ну-ка давай. Потеряно, ёпта. Один к одному разменялись. Из-за того, что огромную толпу я вывел, надо было выманивать, может быть, их по одному отряду. Выводить, подманивать под стены, со стены их обстреливать, может, типа того. Ну ладно. Чё? Так, пленных захвачено. Давайте выкуп. Нет. Осада Сорлеана снята. Надо посмотреть, что у нас тут. О-о-о. Ну, вы же слабовато. Слабовато действуют. Скорее ополченцы из пикинеры понадобятся, пригодятся. Вот этих ребят я бы, конечно, отправил. Так, здесь не переобучаются, а почему? Может здесь? Здесь тишина, ладно. Возможно, они вот здесь должны переобучаться, в городе, да. Пускай идут в город и переобучаются в Зарагозе. Сарагоссе. Очень хорошо себя показывают. Так.
снимаем нагрузку на наши, на наш бюджет. Жду приказа. Так, а тут, ага, переобучение. Жду приказа. Поднять якорь. Ага. Здесь всех разогнал. Жду приказа. Кровелку на переобучение тоже надо отправить. Ага, все, идет переобучение, хорошо. А, даже... Ох. А, вот. Каравелла. Так, 56. Вот этих двоих. А, блин, я же вот что, кстати, нашел. Вот этот флот. Целый флот со священниками и испанскими ополченцами, интервентами стоял вот здесь. Не знаю, как он здесь оказался. Я забыл о нем. И похоже, это... Это же, по-моему, у меня на кругосветное путешествие люди пошли. Вот кто-нибудь помнит? И я что-то опять тупанул, опять его сюда отправил. Надо корабль... Так, вот этот корабль... Кок. Кок убрать, а... Каравеллу... сюда поставить. А, нет. Нету, вот эту. И если я не ошибаюсь, он должен... Он должен плыть быстрее или нет? Нет. Жду приказа. Есть. Нет. Три хода. Короче, по-моему, эти пацаны у меня в Индию собрались плыть. Жду приказа. Да, придется сделать ход. Угу. Что с этими? А, нас тут штурмуют. Нас тут штурмуют, ребята. Так, башни какие? А башен-то у нас нормальных нет. Придется пережить это нападение. Так, раз, два, три, четыре. Минус четыре отряда. 12. Должны справиться. Ладно, давайте ходить. Улучшение гильдии купцов. Делаю новое задание перемирия. С кем? С кальмарцами? Да пожалуйста. Легко. Бургас. В Бургасе что-то наши барагозят. Давайте поставим увеселительное заведение. А то что-то совсем... Зарагоза, постоялый двор, тоже барагозит. Тоже барагозит. А почему? Непонятно. Дворец удовольствий. Так, зернохранилище. Благополучие 25. Королевский дворец. Хм. Военная академия, стрелки с пистолями. Так.
7200. Не, наверное, публичный дом огромный сейчас воткнем. Так. Мы здесь не пройдем. Марш! Ваше величество. Марш! Вот как раз заодно и в строительстве поучаствуете. Тык-тык-тык, манганел. Ага. Да. Мы вернемся с победой. Ха-ха. 3-2 неплохо. А ну давайте. Так, задача рыцаря — открыть ворота. Погнали. Открыть ворота, запустить фалангу. Ух ты. Нифига себе. Тут стрелки умеют со стен стрелять. Не ожидал. О, наши уже приоделись. Лестницы. А, ну правильно, у них броньки же первого уровня. Уже не просто так. Ну тё, все. Все, братва, все. Отмучились. Опять аркебузеры. Ха, убегаем. Ну, эти арбалеты встали, здесь все, конец. Хотя в этом моде, конечно, надо быть внимательным. Того и гляди, какая-нибудь подлянка произойдет. А можем здесь. Хвала создателю. Мы захватили вражеские стены. Рубим, рубим, рубим. Короче, здесь затормозили конкретно. Давай за счет броньки. Что, попробуем? Хопа, наповал. Нифига не построились. Демоны. Смогут ли наши отбиться? Пробиться? Сложно, но можно. У этих бонус. Бонус на стенах. Убираю лишних рыцарей, чтобы не это. Потерь не было. Эти не вывезут. Thank you.
Вперед. Приказ выполнен. Фаланги вперед. Где мои фаланги? Атаку. Хотя я, конечно, наверное, лучше бы отбивался арбалетчиками здесь. Что-то мне подсказывает, что это было бы правильно. Пока все складывается в нашу пользу. Если ничего не изменится, мы победим. Блять, принимают, что-то нас здесь принимают конкретно. Нихера себе. Фу, так конечно, смотри, какие паутина этих. О. Двое осталось. Говорить о победе еще рано, но пока наши воины одерживают верх. Сейчас мы их накормим. Сейчас накормим, погодите. За такой беспредел надо отвечать. Вперед. Казнить. Фламандский пикинер вообще шикарный, конечно. Фо, двое, давайте. Складывается в нашу пользу. Если ничего не изменится, отомстите за них. Победим. За своих. Двое бросились мстить. Friendly fire, ребята. Без кров. Мы истребили половину его армии. Говорить о победе еще рано, но пока наши воины одерживают верх. Ну?
Слушай, фламандские пикинеры вообще крутые. Если будут, то надо брать. Ну хотя у меня терция, наверное, такая же. Мне кажется, терция бы тоже не дала себя в обиду. Двое вдогонку. О, нифига, даже кого... А, порубили, смотри-ка. То ли порубили, то ли постреляли. Ладно, возвращаемся. Надо отправить их домой. Так, все, здесь все готово к расстрелу. Опасный юнит, опасный. Блять, арбалетчики. Арбалетчики, а мне неким атаковать даже. Может, снимем фалангу и вмажем? На мечах? Если они перезарядятся, то мало не покажется. Так, 112. Хо. Не успеют. Говорить о победе еще рано, но пока наши воины одерживают верх. В атаку! Блять, быстрее! А теперь наши с пиками заходят. Блять, бейте, они по голове стреляют. Время от времени звонят, можно... Это видно, когда у меня сбрасывается кадр. Так, чё, этих порвали? Все, этих порвали. Центр города наш. Точнее, стены наши, бежим к центру. Так, и вот эти рыцари. Я думаю, даже, может, Гена нам поможет. Все стороны. Так, смотрим разницу. Да, когда у них, когда они не в фаланге, они во все стороны тыкают пиками. Блять, стрелки быстро сминаем. Офицер командует помочь пикинерам. И сам, блин, ну как удар офицера? Да, вот сам офицер даже помогает. Все, пошли наемнички аркебузеры. Опа, прямо в пузо. Все, работаем, друзья, работаем. Поджимаем следующих. Вот здесь, конечно, трабл. Блять, они, сука, в упор бьют. Но это, конечно, круто, что вот так реализовано. Помните, раньше подбегают, стоит только приблизиться, сразу... Оружие бросили, блин. Оружие бросили.
пики бросили, мечи достали. Ну, кто там? Все, завершить, хорош. Хорошо, что не успели, не успел Папа Римский так уничтожить жителей. Уничтожить жителей меньше, да, награбить меньше. Давай вот так, чтобы здание не уничтожать. Зачем нам такой адский этот адский лут? Так, гарнизон. Гарнизонщикам придется подождать. Так, здесь надо что-то. Стрелковая башня. Будут ли контратаки, я вот не знаю. Ну, не исключено. Давай башня. Граф де Тулуз. Снижение благочестия, по крайней мере, в глазах папы. Рыцарь. Капитан наемник, военный инженер, охотничий пес. Давайте в нашу заглянем. Так, во-первых, вот этого чела надо быстренько отправить на переобучение. Это у нас французский рыцарь. Фига, вход в замок с этой стороны. Вот тебе на. Так, французского рыцаря отправил. Ну, я и вообще бы отправил французских рыцарей на переобучение. Они хорошо повоевали. Пора бы им уже получить подкрепление. Так, терции пока держатся. А вот испанцы-то пострадали. 54 рыцаря, но это мало. Пострадали. Надо бы снести, да свою какую-нибудь конюшню здесь поставить. Казарма дозорных. Ну, в принципе, сейчас в Европе здесь все такие. Ладно, пусть останутся. Так, палево. Смотрим за немцами. Надо сохраниться, кстати. В общем, давайте, чтобы не затягивать эту серию, на этом закончим. В следующей... А ты куда пошел? А, кстати, а вот этих ребят-то вот надо, наверное, скорее даже в Каен отправить. В следующей серии мы... будем отбиваться, скорее всего, от арабской армии в Африке. Я кое-что здесь посмотрю. Купец Мали, а в чем дело? Почему не торгуем? Мерзавец, он стоял просто так. Так, а, вот мои агенты. Раз. Два. Один здесь, один Франция. О! Один в Лионе. А, в Лионе, а что он делал там? Ну вот как раз расправлюсь сейчас с этими ребятами. Надеюсь, это не десант. Ну и все. Ладно, ставьте лайк, пишите комменты. Увидимся в следующей серии. Всем пока.